Вот смотрите, когда будет суд в 21 году, африканцы могли бы противостоять своим геноцидам насчет России. Понимаете? Ну, раскулачка, они были в рабстве. Но ваша матрешка, Ashton Sandstorm, потому что она тоже африканка, индианка и немка. Закрыла этот ход. У вас единственный выбор, африканцы, идти к себе в Африку, отвечать вместе с африканским материком из Германии. Вот и все. Нет, США вляпалась. Потому что мой голос ушел. Мой личный вот голос. Я не говорю про вот эти голоса, которые орут там, как резаные. Без конца что-то доказывают, перебраниваются. Я не говорю про спецслужбы. Я говорю лично про себя самого. Моего голоса за США нет. Я против.